Излюбленное место отдыха и визитная карточка «Люберец». В парке Наташинские пруды проводят масштабную реконструкцию. Работы по благоустройству начались еще в прошлом году, но их пришлось приостановить из-за недобросовестных подрядчиков. Сейчас за преображение парка взялась новая компания. Все подробности знают мои коллеги. Участки вокруг прудов и центральной аллеи Наташинского парка временно закрыты для прогулок. Сейчас там проводят демонтажные работы. Перед укладкой нового покрытия и устройства подземных коммуникаций необходимо тщательно подготовить территорию. Я живу здесь рядышком, недалеко, через сколько, трех, да, три дома и мой дом. Ходим часто сюда с внуком гулять. Когда та компания занималась, мы тут ходили, ничего не делали, а здесь чувствуется, в общем-то, активно начали работать. Не только активно работать, но и согласовывать свои действия с жителями – главный принцип новой подрядной организации. Вместе с руководством городского округа представители компании ответили на вопросы инициативной группы. При разработке концепции благоустройства учитывалось мнение каждого. Каждый ход работ контролируют наши сотрудники вместе с жителями. Конечно же, вносятся какие-то изменения, они всегда появляются, что-то забыли. Вот только что мы как раз сидели на лавочках, которые завесены по проекту, проектному решению, которое в документации было представлено. Поступили дополнительные предложения по корректировке этих лавок. Мы их обязательно внесем, и те объекты, которые будут уже установлены, будут служить долгие годы. Реконструкция затронет центральную и лесную части парка. В зоне отдыха обустроят специальные дорожки для самокатчиков, велосипедистов и любителей скандинавской ходьбы. Также запланирована облицовка амфитеатра, установка входных групп, лодочной станции, комнаты матери и ребенка. Все работы завершатся в сентябре. Отдельной темой на встрече с жителями стало обмеление прудов. В этом году специалисты проведут необходимые изыскания, которые помогут найти решение для восстановления уровня воды. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.